обошла всех. Корреспондент телекомпании «Город» Илона Жукова признана лучшим журналистом Иркутской области. Накануне в Иркутске проходил ежегодный региональный фестиваль «Байкальская пресса». Почти 200 участников сражались за звание лучших журналистов. Корреспондент телекомпании «Город» Илона Жукова одержала победу в номинации «Молодежный дебют года», обойдя при этом почти 40 коллег из различных СМИ. Жюри по достоинству оценили работы Илоны, такие как «Судьба оператора» и «Несмотря на недуг». Мне было приятно, что мои сюжеты вспомнили, что вспомнили не только название, но и, собственно, о чем были материалы. И я считаю, что это здорово, что люди не просто посмотрели и сказали «да, хорошо», а они, ну, видимо, у них что-то отложилось. И для меня было самое важное, наверное, не показать себя, а показать своих героев, потому что герои, на самом деле, они достойны того, чтобы о них знали. И я рада, что о них знают теперь не только в нашем городе, но и по всей Иркутской области. На самом деле, очень приятно, что это моя первая победа в региональном конкурсе, и я надеюсь, что это станет хорошим стартом, таким пинком хорошим в будущее, и я думаю, что дальше будет все больше и больше, лучше и лучше.